Здравствуйте! Мы находимся за кулисами недели в моды в Москве. Сегодня с вами я, ваша ведущая Диана. Со мной замечательная певица Лера Кондра. Привет! Всем привет! Добро пожаловать за кулисы недели высокой моды в Москве. Как я понимаю, ты принимаешь участие в сегодняшнем показе. Да, я только что открыла шоу дизайнера Гера Скандал. И надеюсь, вы видели шоу, и надеюсь, вам понравилось. Если нет, вы обязательно можете посмотреть, потому что это действительно интересная коллекция, неординарный показ. Сегодня с нами работали дети, вот вы можете подснять, посмотреть, какие нарядные дети сегодня с нами работают. Интересный показ, для меня это далеко не первое шоу, но я каждый раз волнуюсь и каждый раз очень рада находиться в этих родных уже стенах гостиного двора. Расскажи, пожалуйста, о сегодняшней коллекции. В чем заключается фишка? Наверное, нужно у дизайнера спросить, в чем заключается фишка. У него наверняка есть свои какие-то секретики. В моем случае у меня длинное вечернее красивое платье. Он сказал: «Лера, ты будешь секси и фэшн». Вот что он сказал про мой наряд. Видимо, фишка моего наряда в сексуальности и в гламуре. У тебя потрясающее платье. Спасибо. Где можно приобрести, может быть, такое платье? Очень красиво. Можно обратиться к дизайнеру данного показа. Я уверена, что он устроит вам экскурсию для вашего канала в своем шоуруме, и вы найдете еще много чего красивого и интересного. Потому что это правда, конечно, великолепно. Спасибо. Выглядишь. Спасибо. Вот что ж, я желаю тебе приятного вечера. Спасибо. Чтобы все было хорошо, также пела свои замечательные песни. Спасибо. Спасибо большое тебе. Спасибо.